Полномочия депутатов действующего созыва заканчиваются, поэтому в соответствии с законодательством и уставом Рязанской области сегодня мы приняли постановление о назначении выборов, которое направим в избирательную комиссию Рязанской области, отметила Татьяна Панфилова на заседании 10 июня. Соответствующее постановление Рязанской облдумы опубликовано 11 июня 2020 года. Избирательная комиссия Рязанской области на своем заседании приняла все соответствующие решения для того, чтобы эта работа началась. В нашем регионе выборы пройдут по смешанной системе. 20 мандатов распределят по партийным спискам, еще 20 по округам. Избиратели получат по 2 бюллетеня. Первый для голосования за партийный список, второй для голосования по одномандатным избирательным округам. Обязательный сбор подписей существует и для партии, и для кандидатов. Освобождены от процедуры только «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Сегодня можно сказать, в сложившейся ситуации, я имею в виду санитологическую обстановку, партиям разрешено проводить все мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов. В этом году будет 20 избирательных округов, 11 в районах и 9 в Рязани. В единый день голосования откроется 1015 избирательных участков, 195 из них в Рязани. В 16 муниципалитетах выберут глав, в 11 депутатов представительных органов. Результаты опубликуют не позднее 4 октября.